Всем привет! Вы на канале CryptoBoom. Здесь мы разговариваем о криптовалюте, о новых проектах, рассматриваем их, о ISO и его DeFi и о многом другом. Сегодня будем рассматривать такой проект, как Stobox. Итак, переходим на сайт stobox.io и видим, что Stobox – это экосистема цифровых активов. Цифровые бумаги и виртуальные активы являются мощными разрушительными инструментами для привлечения капитала, повышения лояльности клиентов, повышения вашего бренда и создания сообщества. Stobox предоставляет комплексные продукты и услуги для питания каждого вашего бизнеса. Stobox – это также сбор средств по всему миру с помощью предложения токенов безопасности. Наградами компании, которая предоставляет технологические инструменты и консалтинговые услуги для оптимизации всех операций с цифровыми активами и токенизированных ценных бумаг. Stobox сотрудничает с Digital Authorities для разработки финансовых инноваций. Также компания консультирует и играет активную роль в создании и формировании новых отраслевых стандартов. Компания сотрудничает с правительствами, как она утверждает, для создания четкой нормативной базы для виртуальных активов, токенов безопасности, платежных токенов и других криптографических виртуальных активов. Всеобъемлющая экосистема продуктов и услуг Stobox – это являются цифровые ценные бумаги и как панель цифровых ценных бумаг, цифровые свопы ценных бумаг, это консалтинг, консультирование токенизации, правовое управление, консалтинговые виртуальных активов, криптобиржа и деятельности конференции по цифровым инвестициям Stobox также поддерживает NFT. Каждый может найти свою роль в экосистеме Stobox. Цифровая трансформация меняет мир вокруг нас. Компания предлагает современные решения для бизнеса и частных лиц. Для бизнеса это улучшение ваших отношений с инвесторами и клиентами. Партнеры – это создавать партнерские отношения по всему миру, чтобы обеспечить большую ценность для всех. Инвесторы – также можно инвестировать в высокодоходные токены безопасности и торговать на Stobox Exchange. Перейдя на сайт, мы можем найти белую бумагу, деятельность компании, какие продукты, связаться с компанией и обсудить все, что вас интересует. В разделе «Услуги» можно прочитать про консультирование токенизации, продукты ПДС, приборная панель и обмен. Деятельность компании – это блог, где выкладывают свои новости и продвижение. В разделе «Компании» можно прочитать о самой компании, о самом токене утилиты Stobox, токен безопасности Stobox и связаться с компанией. На этом обзор закончим. Подписывайтесь на мой канал, на мой телеграм-канал. Все ссылки я оставлю в описании под видео. Всем спасибо, всем пока.